Но главный редактор сказал, мол, или там не главный редактор, какой-то из редакторов мне сказал, мол, сам ПРП нервно сдает позиции. Так они же давно, типа, сдают свои позиции, я не особо понимаю. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Люблю новостные самбовские дайджесты. Вот вспоминая свое детство, вот это вот свой 2019 год, у меня там были свои выпуски Самб News, в которых я рассказывал о разных вообще вещах. Там про Абсолют Ролеплей, потом про всякие вот эти вот, знаете, проекты, которые там были, потом про все вот это вот прочее я рассказывал, и вроде как людям нравилось, но потом что-то просмотры немного так, знаете, скатились, куда-то там вот немного так, знаете, упали, и я сидел такой, типа, думал, блин, а что мне делать? Ну, типа, ну, они скатились, упали, а я-то тут при чем? Почему я вообще должен вот как-то участвовать в жизни вот всего этого? Но главный редактор сказал, мол, или там не главный редактор, какой-то из редакторов мне сказал, мол, чел, мы тебе не дадим так угробить твой канал, пожалуйста, заканчивай это все, либо там какие-то вот эти вот другие новости бери. Я сказал, не, если все, вы мне не разрешаете все это брать, то я выпускаю последний выпуск Самб News, или даже, по-моему, последний выпускаю, и все, и ухожу, и все, мы так договорились, сейчас этот самый редактор, он где-то там в GTA 5 журналах, а я вот, соответственно, тут рассказываю вам про всякие разные новости. Но сегодня у нас, разумеется, еще одна инсайдерская новость, она будет вплоть, наверное, вернее, вот эти вот все новости, они будут, наверное, вплоть до, я не знаю, там, 6, 7, может быть, даже 8 декабря. Однако, ладно, давайте мы сейчас приступим ко всему этому. Читайте, в недельном дайджесте сам ПРП нервно сдает позиции. Интервью с PR Rocknet. Live Samb уже 3 месяца. На Абсолют РП появились драки, а на Адванс РП 5-й летний субботник. Если честно, я не особо понимаю, к чему тут все это. Типа, сам ПРП нервно сдает позиции. Так они же давно, типа, сдают свои позиции. Я не особо понимаю, при чем тут все это. Ну, типа, давно же уже так. Может, я чего-то не понимаю? Интервью с PR Rocknet. Ну, типа, PR-менеджер, видимо, Rocknet. Типа, или тот, кто пиарит Rocknet. Если честно, я не знаю, что это за проект. Возможно, он когда-то там был популярен. Может быть, там кто-то на нем играл. Может быть, еще какие-то вещи были. Но лично я вот так что-то припомнить все это не могу, если честно. А следующая новость, типа, Live Samb уже 3 месяца. Ну, типа, 3 месяца и 3 месяца. А мне-то что с этого, в самом деле? Типа, ну, ладно, зарегались там вы, все вот это вот сделали. Мне что с этого? Самб вообще, он в каком году-то появился? Он появился вообще, знаете, в 2006, по-моему, году. Вы журнал, получается, в каком? В 2007 зарегистрировали или что? Или я просто, я, если честно, вообще не понимаю, что им от меня надо. Но ладно, типа, обсудили эту новость, можно сказать так. Но есть и другие вещи. На Абсолют Ролеплей появились драки. Типа, чтобы боты между собой сражались или что, я не особо понимаю. Чтобы какую-то видимость создать того, что там кто-то есть, я не особо понимаю. А на Адванс РП 5-й летний субботник. На самом деле, этот Адванс РП, что-то он с этими субботниками своими зачистил. То есть, то у них один субботник, то у них другой субботник. Ну, я, если честно, вообще не. То есть, ну, субботники и субботники. То они там, я не знаю, за здоровый образ жизни, то они там еще что-то вот это вот все делают. Кому это в самом деле интересно? Я, если честно, понять не могу. Но ладно, это был разбор с самого первого дайджеста. Опять-таки, мне все эти новости сливает мой инсайдер по секретным базам Телеграма. Вы можете туда перейти вообще, там вообще все это посмотреть, что происходит, что не происходит, что нужно знать, что, возможно, не нужно знать. Заходите туда, там все это как бы, ну, узнавайте в лучших подробностях. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также все мои прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там все это узнавайте, там со всем этим ознакомливайтесь, получайте свои деньги, и там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал и прочие вещи там также, то есть, ну, есть в описании. Заходите, узнавайте, расслабляйтесь, главное, не унижайтесь, это самое главное в жизни человека, не унижаться, то есть честь нужно беречь с молоду, а все остальное можно беречь, ну, еще когда-нибудь, я не знаю, то есть тут каждый решает сам для себя, а я уже, я думаю, для себя все и решил. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, хотя, если честно, не понимаю за что, но ладно, раз уж все говорят спасибо, то и я в 2021 году скажу вам спасибо и до свидания, наверное, всем пока.